Арт-галерея при літньому театрі приймає гостей на виставку картин Георгія Ділієва «Гармонія Нурня». В експозиції представлені роботи, виконані в різних стилях і техніках. Народний артист України часто пише картини у подорожах. Я з собою завжди вожу акварель, як правило, пастель. Ну і, звісно, у мене ручки завжди є, і бумагу. И прямо в гостинице, вот пока еще полон впечатлениями какими-то, это не обязательно пейзажи именно той страны и того города, где я нахожусь, это могут быть просто общие впечатления. Відкриття виставки відвідало багато гостей, в їх числі лідер Української морської партії Сергій Ківалов. З Георгієм Ділієвим вони знайомі давно, та саме народний артист України 2 роки тому став ідейним натхненником створення нових напрямків на факультеті мистецтва і дизайну в Міжнародному гуманітарному університеті. Відтепер там здійснюють підготовку за спеціальностями естрадно-джазовий вокал і артист музичного театру. Одеса завжди славилась творчеством, Одеса завжди славилась вот искусством. И, Георгий, я горжусь, что я имею возможность сегодня чаще с вами общаться. Большое видится издалека, как говорили классики. Я думаю, что мы должны поприветствовать Георгия за его искренность и уважение гражданам Одессы. Мы должны, наверное, говорить о нем то, что он заслуживает. Он заслуживает самые искренние слова. Спасибо вам за приглашение. Я вам искренне благодарен за то, что вы делаете. Хотя мы с Сергеем Васильевичем Киваловым уже очень давно знакомы, но вот только в течение этого года уже я начал понимать, насколько много он вкладывает в культуру образования Одессы. Потому что часто бывает так, что одесситы, они здесь как-то так формируются, а потом уезжают куда-то за границу, в другие города. Очень редко, когда человек, вот живя в Одессе, и он остается сюда что-то вкладывать, свой труд, свою энергию, свой талант. Вот. И Сергей Васильевич – это один из немногих случаев, который именно так и поступает. Он не вывозит там какие-то ресурсы куда-то в другие страны. Он здесь все вкладывает в Одессу. Образи більшості робіт, представлених в експозиції, виникли при відвідуванні художником фестивалю Burning Man, який щорічно проводиться в пустелі Black Rock у США. На відомий фестиваль з'їжджаються люди з усього світу, щоб на 8 днів побудувати місто майбутнього. Це місце справило величезне враження і залишило відбиток на творчості, розповідає художник. Дійсно, є мудрість о тому, що талантливий чек талантливий во всьому. Це може бути банально. Звучит сегодня, но только недавно был концерт рок-группы Георгия Ділієва, сегодня художественная выставка, куча спектаклей, режиссура, съемки фильмов. Георгий Ділієв – это действительно человек, который продолжает традиции прославления нашего города в контексте мировой такой популяризации деятельности одесситов. Вот такой образ у меня возник очень давно. Такое стремление куда-то вверх с крыльями и гири, которые тянут вниз. Вот мне кажется, мы люди состоим из этих двух начал. Стремление уйти в небо, ввысь, и притяжение земли, которое нас не отпускает. На відкритті виставки були присутні близькі художника. Головною музою для створення картин, розповідає Георгій, стала його дружина Катерина. Я подаю ідеї. Я, наприклад, пропонувала йому написати щось, коли почався карантин. Пропонувала написати щось в стилі, як old school, або як bad boys називається ось цей портрет. Я говорю, напиши якісь такі в стилі коміксів, щось немножко. Ну, якось щось прикольне. Він говорить, я не вмію так. Я говорю, умієш. І десь пройшло 2 години. Я куда-то уехала, он такой присылает, я говорю, видишь, а говорил, не умеешь. Он говорит, ну, ты лучше знаешь, и все. Ну, во-первых, я совершенно не критик, я в искусстве в таком изобразительном совершенно ничего не понимаю. То есть на уровне каких-то ощущений таких, ну, визуальных, чувственных, которые переходят в какие-то телесные, ну, грубо говоря, нравится, не нравится. И, ну, скажем так, 90% работ папиных мне нравятся. Они абсолютно разные, но вы сами видели, кто не смог попасть сегодня на открытие, придут и познакомятся. У меня лично вся квартира завешена папиными работами, потому что в каком бы ты ни пришел домой настроение, тебе всегда есть куда кинуть свой взгляд и как-то словить это вот сейчас и наслаждаться. Крім творчої діяльності, Георгій Ділієв викладає у Міжнародному гуманітарному університеті на факультеті мистецтва і дизайну. Свої задуми та багаторічний досвід він передає молодим діячам мистецтва.
Это невероятно здорово, это переоценить невозможно, потому что когда подобного уровня талантливые педагоги, которые являются не только состоявшимися артистами, но и художниками, и он художник, музыкант, артист в одном лице, и все это настолько одинаково здорово, что хочется его и слушать, и смотреть, и подражать его мастерству. Поэтому сегодня это праздник. Праздник для одесситов, праздник для всех, кто сюда пришел в летний театр, посмотреть на его картины. Я думаю, что уникальность в том, что именно в Международном гуманитарном университете есть разные сферы. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в сфере туризма, наш департамент культуры и туризма. Ребята проходят у нас практику, они участвуют в анкетировании, они разрабатывают системы анализа этих анкет. То есть они задействуют свой научный потенциал, вместе с тем они выходят так называемые полевые работы, они общаются с туристами, они задают правильные вопросы, они коммуницируют, они получают обратную связь. И вот такая молодая кровь, это очень важно для того, чтобы процесс не застаивался, для того, чтобы развивалась Одесса, и для того, чтобы никто не смел сказать, что вот прежней Одессы нет. Одесса меняется, как и весь мир вокруг, но это, безусловно, те великолепные традиции, которые всегда были в Одессе, но это и взгляд, устремленный в будущее, благодаря нашему современному поколению, благодаря нашему студенчеству, нашим талантливым молодым людям. Поєднання парадоксальних елементів, дивина форм та об'єктів, у результаті яких виявляється глибока філософська істина. З огромним удовольствием я приглашаю всіх молодих людей, як ви говорите, амбіціозних, ярких, талантливих. Но одного таланта, вот, что Бог дал, этого недостаточно, его нужно развивать. А чтобы развивать, нужны учителя. Вот. У нас с каждым годом все лучше и лучше усиливается педагогический состав. Прежде всего, это люди, профессионалы, в полном смысле. Не просто те, которые могут научить теоретически, а те, которые уже прошли этот этап в жизни через свой опыт, то есть набивали шишки, наступали на грабли, и этот богатейший опыт їм треба просто залишити, розумієте? Це просто необхідно. Більшість робіт, представлених в експозиції, художник написав у Нью-Йорку. Для виставки картини відбирали галеристи. З усіх привезених художником полотен глядач побачить найяскравіші. Одеса – це удивительний город, полон традицій. І взагалі Одеса рождає талантливих людей. Це ж відомий факт. Нет необхідності уїжджати куди-то там, в Київ, в інші міста, в інші країни, коли у нас високого класу професіонали готові передати цей опит. Бажаючи познайомитися з творчістю Георгія Ділієва, можуть відвідати виставку під назвою «Гармонія дурня» до 16 серпня.